И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Wolves. И сегодня мы пойдем в зимнюю пещеру. Почему в зимнюю? Потому что хочу в зимнюю. Ну, я просто помню, где она находится, поэтому пойдем туда. И чтобы не забыть, сразу начиная отсюда. И как я и говорил, у меня их сотка капсул, мать их. Лучше сделаем так. Так, все туда. Соточка, отлично. Берем вот. Так. Оп. Вы же перерабатываетесь. Ну нафиг. Ну, хоть какие-то резцы-то получил. А теперь хлобысь. И 1300 ресурсов ушло в никуда. И, кстати, 6 волос всего лишь отросло. За этот период. Дебилизм, но куда деваться. Нужно еще больше волос. Кстати, да, вот так вот у меня визуально забагалось, но по факту просто яйцо сюда переместилось. Я решил, буду, короче, без няни выращивать. Вот, поэтому сейчас выращу их без няни. Там минут 7 у меня это уходит на таких рейтах. И потом уже будем... Пойдем в зимку. Отпустите меня. Пожалуйста, отпустите меня. А, черт побери, а чё их трое? Кисо, ладно, пошли. Мы до дома. Да мать вашу, отпустите вы меня, ёпт вашу ж мать! Заклинание сработало. В смысле их, блин, трое? Стоямба! Так, Кисо, стой тут! Да куда вы идете? Да я тут! Да в смысле? Кстати, да, у меня после этой пещеры у меня все текстуры сломались. Ладно, окей, пофигу. Ну, вы видели такую тупость, а? Не, возможно, есть такая там фигня, типа... Несколько может вылупиться. Может. Но это ж не может со мной случиться. Я вам так скажу. Так. В одного. Это в тебя я вкинул. Что-то у меня после этой пещеры такое ощущение, что вся игра забагалась. Просто ядрено как. Ну ладно, три так три. Это тени не забагались. Они просто с другой стороны теперь у меня тени. А простите, а так и должно было быть? Тени теперь с этой стороны. Они тени были оттуда, а теперь отсюда. Объясните в комментариях, если вы знаете, что это за фигня. Пожалуйста. У меня тени теперь с другой стороны. Как это работает? Бррр, кошмар. Тень двигается. После похода в пещеру у меня планета начала двигаться. Чувствуете весь абсурд? Это я просто в игру не перезаходил. Тень двигается. Вот это я понимаю. Не, я конечно, понимаю, из-за чего люди всегда говорят, что это Extinction самая забаганная карта. Ну ладно, это ж прикольно. Это такие баги. А не как, когда артефакт у тебя не появляется, столько команды можно вытащить, как на острове. Ой, арка вообще в целом баговная игра. Камон. Ну что, вывел рексов. Одного получается самка, самец, одни вывелись идеально, 100% привязка, одна не вывелась, самка, слава богу, это только самка была, вывелась на 67%, потому что чуть-чуть, буквально там полминуты не хватило, не успел. Там была проблемка с этим,
Так. Я просто пытаюсь приземлиться. Проблема была с привязкой. Там нужен был простой кибл. Повезло с пацаном, там ему нужен был отличный кибл, но я решил их сделать, и у меня были все яйца на это дело. Вообще, я удивлен. Вот, в общем, простой кибл. Кибл надо было рыбу сначала пожарить. Соответственно, конечно же, у меня же этой рыбы не было. Вот, нужно было рыбу пожарить. А потом уже создать кибл. Ну, в общем, короче, 2 минуты на это все про все у меня ушло. Ну и, соответственно, я не успел. То есть, если бы было бы хотя бы 1,5 минуты, возможно, бы там, если бы появилось там, типа, приласкать, и я, соответственно, бы вывел по максимуму. Но, увы. Так, у меня больше вопросов к вот этим пурловиям. Как они будут на меня реагировать? Точнее, как мне от них отбиваться? Они же седла сбивают. Да, они сбивают седла. Почему не работает свист? Ага, то есть до этого ты не мог додуматься, что надо мочить, да? Ну ты, конечно, красава. Ну окей, я понял. Какой додуматься, он же меня тоже, его тоже оглушает. Да, по ходу дела придется второго вызывать. What the fuck, они там в трехе появились из ниоткуда. Знаете, что я думаю? Я посмотрел, мне тут надо просто тупо всю карту пройти. Вот и до! Ужас! Я поэтому решил, чтобы вас не утруждать всем вот этим своей болтовней и так далее. Тем более, ночь на экстиншене вы и так уже увидели. Благодаря мне вы увидели ночь на экстиншене. Вот она заканчивается, начинается рассвет. Там, где солнце стоит на месте, начинается рассвет. Да. Вот. Я просто пройдусь пешочком. И ускорю все это дело, чтобы... Камон. Возможно, текстовые комментарии какие-то будут. Там будет видно. Ну, посмотрим, что из этого в целом выйдет. We'll be right back.
Не, ну я, конечно, могу. На микрофоне звук не включил. И такой вообще прям общаюсь такой. Ух! Короче. Артефакт нашел, конечно, сам удивился как, но нашел. Как-то быстро. Второго Рекса убрал из-за того, что я побоялся. А вдруг сам был бабахнется и там окажется, как в ледяной пещере на острове. Типа туда падаешь и все. И с концами. Терять не хочу. Я помню ту боль с богомолом. Вот. И, собственно, на Рексах бегают из-за того, что Пурлови, во-первых, не агрится. А во-вторых, даже если сагрится, то она будет... то есть я остаюсь на седле. Что очень даже жестко. Жестко, классно. Да, точно, мне кажется, что там просто обрыв, где ты просто вздыхаешь. Рексов подкачал, кстати, не зря, получается, вывел их сразу же. Получается, Рексов подкачал. Также бежим к... боссу, получается, к вызову боссу, к босса и лутаем артефакт. Очень удобно. Прям очень сильно удобно, я бы так сказал. Шумно как-то здесь, ну просто ужас. Вот. Вызывал совушку не зря. Как видели, я там немножечко упал и немножечко сильно хп подснялось у меня. Вот, и, собственно, Рекс из-за этого у меня немножечко, назовем так, подустал. На Рексе бегаю не просто так, все-таки, благо мне в самом начале, так сказать, осенила мысль. Блин, камон, я же вроде бы на Рексе бегаю, и на меня Пурлови не нападают. Так, Терезинка, спина, ну, вроде как туда-сюда что-то есть. Окей, камон. Спина вроде бы паруса я тоже забирал, терезинки собирал. Да уж, не знал, что они мне вот так могут пригодиться жестко. Вот, поэтому я сразу же пересел на Рексов. Пересел на Рексов, которые у меня топовые. Которых, соответственно, с привязкой 100%. Вот, вкачал хп на 100 тысяч. Я думаю, я надеюсь, что этого мне будет достаточно для дропов. Качаем урон. Ну, в общем, понимаете, что прокачка это еще не... Хотя почти оконечная. 103 тысячи сейчас еще апнется. И, по сути, там уже дальше пару левелов они добивать будут уже во время этих всех. Ну, в общем, вот такие вот у меня рексунчики получились. Можно так сказать, очень даже в тему. О. Хлобысь. Отлично. О, супер. Еще левлочек подкачает, пока я там буду где-то туда-сюда бегать. Иногда они не открываются и отображаются, как будто это... Стой, 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 стой. Ну быстро они, собаки, просто ужас. В общем... Вот такое путешествие было в синий биом, по факту синий биом, и она же зима. Посмотрим, посмотрим, что-то когда где. Надо будет также все-таки проверить, куда я буду тпхаться, когда... когда буду... Так, стоп, тормози. Когда буду... телепортироваться к допустим к ледяным. Погнали, сейчас сразу же проверим. Допустим, вот куда я пойду. По идее, я должен попасть наверх. Ну, по крайней мере, я тпхаюсь. Да ну нафиг, я тпхаюсь прям к терминалу. Да господи, камон. А здесь до артефакта дойти изи-бризи. То есть мне по факту не нужно будет сюда переться. А по идее, когда этот я вызову, он тпхнет меня наверх сразу же. Кайф,
кайф, кайф, кайф, клёво. Ну окей, допустим. Desert, ну, соответственно, Forest тоже посетим. Возможно, в следующей серии. В общем, поход оказался чертовски страшным. В том плане, что я боялся за своих рексов, что они просто-напросто сдохнут, как бы не сказать, на хуже. Вот. Поэтому мне повезло. Надо будет еще вот эту рексуню подкачать чуть-чуть, и все будет хорошо. Вот такие вот дела. Сгоняли за артефактом. Кстати, погнали его поставим, так как они там спавнятся довольно-таки нормально. Я решил, что сюда я могу ставить себе спокойно артефакты. Ну, красиво же, красиво, красиво. Вот такие вот, народ, дела. О, красота. Ну, на этом я уже точно буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать мне, конечно, делиться моими видео с друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.